Олеся Кафельникова очередной откровенной фотосессией сумела удивить даже тех своих подписчиков, которые снисходительно относились к ее эпатажным выходкам. Поклонники считают, что на модель влияет дурная компания. Откровенными снимками Олеся Кафельникова балует подписчиков нередко. Дочь известного теннисиста отдыхает от трудов на Бали и признается, что не хочет покидать гостеприимный остров. Модель как-то призналась, что у нее на Бали завелись друзья, с которыми она проводит большую часть времени. Поклонники Олеси беспокоятся за нее, они пришли к выводу, что эта компания дурно влияет на Кафельникову. Во всяком случае, ее фото становятся все более откровенными и смущают даже тех, кто раньше защищал право модели вести себя так, как ей заблагорассудится. Последние кадры сняты на пляже. Олеся Кафельникова позирует обнаженной, даже не пытаясь прикрыть грудь. Поклонникам снимки показались странными. Слухи о том, что Олеся Кафельникова снова употребляет запрещенные вещества, ходят давно. Сама девушка эту информацию никак не комментирует. Однако ее отец Евгений Кафельников никогда не отрицал, что у Олеси проблемы с наркотиками. Он пытался помочь дочери разобраться с этой проблемой, напоминает StarHit. Недавно пользователи соцсетей пришли к выводу, что Олеся Кафельникова увеличила грудь. На такую мысль их натолкнули снимки дочери известного теннисиста. Согласились не все, в результате разгорелся спор, пользовалась ли модель услугами пластического хирурга. Некоторые согласились, что над внешностью Олеси Кафельниковой поработали. Другие же бросились утверждать, что грудь у модели всегда была пышная, просто их оппоненты, люди невнимательные и к красоте нечувствительные.